Свой гражданский долг исполнил спикер парламента Хизри Шихсаидов. Он принял участие в голосовании на участке гимназии номер 33. Сегодня по всей стране, в том числе и нашей республике, начались выборы. Каждые выборы – это надежды. Люди надеются, что из года в год мы будем добиваться лучших результатов и тем самым будем улучшать их жизнь, отметил спикер парламента Дагестана. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции выборы проходят 3 дня – с 11 по 13 сентября. Основным же днем станет 13 сентября. В республике много строится дорог, школ, детских садов. Благоустраиваются города, в том числе и в сельской местности. Создаются новые дополнительные рабочие места. Поэтому все это будет продолжаться, но более быстрыми темпами. Есть такие возможности,